Вот и пришло время снимать синдипоновые куртки, пуховички легенькие и переходить на ветровки. Солнышко еще, конечно, не слишком жарко, как летом. Вот, но тем не менее уже не холодно, нормально. Уже можно свободно осуществить этот переход. Вот, но хотелось бы поговорить о другом. Хотелось бы поговорить о таком явлении, как механический карандаш. Поехали. Итак, вот он наш первый премиум сегмент Soft Touch. Здесь у нас треугольник, здесь у нас классический металлический кончик, который откручивается. Здесь у нас вот такой вот стерженек, который твердости HB. Это как бы для них стандарт. Пишет замечательно, можно сделать тоненькую линию, чуть надавил, можно сделать толстую. Ну и сильно придавил, можно сделать очень толстую линию. Цвет розовый, универсальный, подходящий для всех, кто любит розовый цвет. Мне нравится, дочери нравится, поэтому уже более чем универсальный. Идет один стержень в комплекте, второй стержень в комплекте, два стержня — это уже богатый комплект. Ну, походу, все. Вскрываем. Вскрываем. Здесь у нас, ну, нормально так сделано. Металлическая. Здесь у нас латунная цанга и латунный патрончик. Так. Попробуем при помощи обычной ручки вскрыть здесь. Здесь вскрыть проблематично. Здесь у нас есть вот такой вот пластиковый колпачок. Вот такая вот резинка. Собственно говоря, и все. Здесь загрузка идет стержней. Внутри довольно-таки мелкое отверстие для загрузки стержня, но тем не менее такой вот премиум сегмент из дешевых китайских механических карандашей. Закрываем все это дело, ну и соответственно закручиваем. Ссылок в описании не будет, поэтому как-то так. Кому понравилось данное видео про первый механический карандаш, оставайтесь на канале, будут еще другие варианты механических карандашей из Китая. Поэтому всем пока, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. До встречи!